Всем привет, дорогие друзья! Помните, у меня появился iPhone mini? Так вот, в нем существует eSIM, и мне срочно нужно поменять свою физическую сим-карту на eSIM. Помнится, был ролик о том, как я ходил в МТС. Сейчас, я надеюсь, все будет гораздо быстрее, оперативнее, профессиональнее и позитивнее. Давайте посмотрим, как это произойдет у нас сейчас. Одеваем маску. Вот и наш любимый МТС. Здравствуйте. А можете мне помочь? Мне eSIM нужна. Ну, у меня сим-карта физическая, мне нужно поменять на eSIM. Кстати, с наступившим вас Новым годом, да, и Рождеством. Да. Спасибо огромное. Звонок другу. Да, сейчас, конечно. Да, уважаемые друзья, самое важное – это паспорт. И чтобы сим-карта была оформлена на вас. И тогда вот эта красивая девушка поможет обязательно. $915. Не нужен, да, больше паспорт? Паспорт нет. Угу, спасибо. Не-не-не, мне через СМС подтверждение. Нужно ожидать. Да. Ну, СМС-ка придет? Пока не знаю, у нас немножко изменилась процедура. А, процедура, так. Ну, сейчас, ну, пока мне придет. Что придет? Подтверждение? Пока не придет, да, подтверждение, далее я уже буду смотреть, что там дальше. А, все, понятно. Ну, давайте подождем. Мы подождем, мы же никуда не торопимся с вами. Правильно? Ждем, ждем, ждем. Да, конечно. Вы смс-очку сейчас мне пришлете? Замечательно. А вот и пришло сообщение. Только где оно? Непонятно. Мне код нужно сказать? А что у вас сообщение указывает? С кодом. А как вас зовут? Я просто... Мне Мария. Очень приятно, Мария. Да, написано, для подтверждения отправьте бесплатно. А, смс отправить надо. Все, сейчас отправим. Это карта? Без годового обслуживания?
Отправил. Сейчас мне пробуется обломаться. Угу. О, пришло смс. Внимание, по вашему номеру произведена замена сим-карты. Если вы это не делали, там позвоните туда-то, туда-то, а так все. Сейчас мне прогрузится до конца. Хорошо. Ждем, пока информация прогрузится, да, у вас. Все завершено успешно. Так, то есть... В течение суток у вас не будет доступно сообщение из банка после замены сим-карты. Окей. Вы можете использовать до 100 раз. А, теперь он такой не в конвертике. Все, понял. Спасибо огромное. Пожалуйста. Также можете у нас нашу бонусную карту приобрести. Мне интересно. Спасибо еще раз вам, Мария, огромное. Заветный QR-код у нас. Спасибо большое, Мария и МТС. Ура! Вот так быстро и оперативно мы получили eSIM. Первый блин сложился комом. Многие меня хейтили, что я разговаривать не умею, все грубо. Но понимаете, когда искусственно создают бюрократические барьеры, и люди некомпетентны, то это очень все печально. Да, возможно, я был эмоционален. Но, тем не менее, радует, что со второго раза получилось все быстро. Процедура получения eSIM заняла где-то порядка 10 минут. И я надеюсь, что больше таких роликов будут способствовать тому, что наши сотовые операторы будут предоставлять очень оперативно, а самое главное, качественно услуги связи. А с вами был Кирилл на канале Профон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорых встреч. Пока-пока.